E tam rzuka pachara, tam ciu nie być. Ну, заходим. Уря стрим. Да, не только боюсь. Он лагает. Ты пиздёшь. А чё, у меня... А кому ты соло дал? Догадайся, Алекс. Кури есть. Зачем? Блядь, я сегодня гулял. Или я не курю. Чё? Я курю или нет? Он ломает. Ломается, говорю. Ломается. Только он все плохо со стримом. Болеет. Пидюктечка. Почему здесь неудобно стоять? Не, ну, не понтовать эту музыку я. Мама, нена. На-н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 а. Ты ж гордя, мы быть. Мама, нена. Но мы быть на читай шару. Мама, нена. Мне кажется, тоже какие-то странные мотивы. Мама, нена. Все, стрим умер. Как так стримить? Все умирает. Мама, нена. Аня, ты тут? Пача, папа. Ждем. Да блин, да, я тут. Чё, стрим лагает, все плохо? Мама, к нам эти папы идти. Зашибись. Папа, ты. Что с ним? Падл такой. Стрим, ты про стрим падл, да? Все плохо. Лагает, пипец. Сегодня день не для стрима, походу. К сожалению. Прям интернет очень болеет, да, вряд ли, нормально смогу постримить, ага. Вечно. Что-нибудь интересненькое творится, да. И фиг-то там. Фиг-то там. I like to move it. Yeah, I like to move it. Toots. Тебе приключения. Как с видосом? Да я не могу нормальную прогу скачать. Точнее, качаю Sony Vegas, он долго качается. Да я его быстро сделаю, потом скину тебе, да. Проблемы некие есть, да. Как там, лагает, нет? Стрим. Нормально меня слышно? Пробовать опять оффнуть и заново включить, мне кажется, бесполезно. Ну, так и будет. Люблю этот танец, пока все ок. Ну, задержка поди. Проходи. А где лор-то? Мы же до лора шли. Ну вот быть на Манкитау Рэнджи горы, почему он это сюда приходит? А то я пока не мочу по Алёле. А то мы вроде шли до него в итоге. Ну говор, лор, чтоб он на Шаду вот приходит, а он на Манкитау быть. Я просто не мочу пока Алёле. Приходи на Шаду.
Ну вот опять подлагала. Бесит. Тут надо вот это. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Чисто пати на хате. Так, я ключи ставлю. Ну о чем это все делать, ты еще? Просто танцуй. Ну да. А о чем ты хочешь поговорить? Давай. Не знаю, как давно. А ты как давно на острове? Я 3 дня. Обалдеть. И что, как тебе тут? Пока хуёво. А что ты делал на Большой Земле? Я на Большой Земле? Я на Большой Земле учиться закончил. На кого? А? На кого, на кого? Не на кого, я это закончил пока эту школу закончил. А, ты ж... Хотел в институт поступить. 18 годиков, как-никак. Я ж похож на 18-летнего. Да ну, как сказать? Как сказать, да, как сказать. Чё, знакомый или показалось? Вот этот? Он с фришки, чувак. Он на адвокате был... На адвокате был в этом в БМФ, потом на этом, который другой наш был. Как его, господи. Вчера просто член хотел оторвать. А. Ну, если в этом плане туда. На Icona Record он был потом. Чем оно было обусловлено? Крисмас тоже это с фришки хелпер. Добители который... нету, а где еще жена на вот, кого-то вот накапливает. Агрессия — это плохо. Агрессия символизирует, я не знаю, даже что она символизирует. Хотя на самом деле у каждого человека есть такое состояние, когда надо просто взять и на кого-то наорать. Такое бывает. Да, обычно это плохое настроение, еще что-нибудь. Там это папа прийти. Батяня прийти. Пойдемте к батя. Вообще сейчас... Где там? Блять, откройте ей ворота. Папуля. Папуля. На улицу. А чё, где могу садить? И что с музыкой, всё? А, я чё-то... А, ошибись. Ну да, тут паприте чё, ну. Чё, тут паприте сейчас на ногу. О, кицмяу. Что зайдёт, подойдёт или... Кицмяу? Кицмяу. А где он? Где пиздец? А, боже мой, я есть. Блёд. Кого? Вы... Ты Крисмас, ты чего?
Нормально. Код с базы. Кэш. А ну нет, ча, подожди, я спросил, кто будет. А в чего вы кота прогоняете? Я не знаю, что за реакция на котика. А то у нас код не санкционировал, он зашел на базу. Не санкционировал. Ну так убивает-то зачем? Контрол, контрол. Я же не убиваю, я пугаю. Не, это балдеж будет, это кичмел, понятно? Балдеж? Только из леса выйти, да. Напугал бедного. Может быть Виндиго, поэтому я не боюсь. А, ну так-то да. Виндиго не похож. Ну, они все не похожи, а потом как вылезут... Ты похож на Виндиго? Виндиго может быть животный? Конечно, олень. Он может хоть кем быть. Вопрос, я же третий день на острове. Да, может быть оленем, может вот так вот долбиться в ворота, а потом распаться на части и стать черный. Ну, возможно. Мне рассказывал знакомый, что при нем какой-то человек какую-то чухню съел и... Потом человек куда-то под землю тоже в жижу растворился, а из оттуда вылез это Виндиго. Так это что фиг его знает. Какая-то. Нихуя не фантастика, я видел передо мной, как пудель нахуй вылез. Виндиго вылез из пуделя. Жесть. А я еще ни разу Виндиго не видел. А где Оззи, где Мелки? Оззи, вон он, вон он тут. Оззи, отец пришел. Иди, здоровайся. Бонжур, Оззи. Дети Жан пришел. О, пойдем, папа. Вот ты переоделся. Ты как, папа Жан? Да все замечательно. И кто ты там? Ты где быть такой? Где такой? Ты куда собрался? Чего? Кто тебя этому научил? Он за хлебом ушел. Я вернулся. Жан, можно тебя? Давай. Жан. Тогда давай. Срочно, буквально. Я не съебался, я вернулся. Слышишь, Жан? Жан, слышишь? О, спасибо. Скучно. Жан, слышишь? Смел. Вот это у тебя фамилия не Жан-Клод, да? Да. Нет, он вам ничего не дает. Я тебе дал, эй. Не, спасибо. Тут человек думает, лучше ли это, идите не мешать. Да он не думает. Думает, блядь. Ну давай поговорим. Вот она подумка, да, тут. А, она, возможно, подумка вредокурения. Да. Вредокурение, блядь. Музыка где кринжу звучит. Кто? Да, что такое, блядь? Это ебал пёс, блядь. Какой пёс? Что происходит? Ванесса, что с тобой? Ты какая-то... Какая? Да чего ты его знает? Какая? Ну, дёрган. Дёрганы вообще в порядке. Ты даже говоришь по дёрганам. Нормально говорю. Ладно. Что такое? Вот мои дети. Да. Блин, Крисмас. Почему ты идёшь на нас двору? Москва. Давай отойдём. Да. Угу. А с каких пор я стала мамой их? Они мне сказали, что ты показывал им фотографию нашу и сказал, что я их мама. Ну, они перепутали. Все разом перепутали? Ну, да, верно, я им другую фотку показывал. Какую? Я просто им все фотки свои показывал. Какую? Ну, я показала нашу фотку, и они сказали именно эта фотка. Иди сюда. Давай, скажи мне, что... Еще раз повтори, что ты мне что говорил. Мама. Он говорит, что да. Так, ты гордый, давай ты покажешь. Но, я вам сказал, но. Я сказал, возможно, мама. Мама, это... Я же вам еще маму не нашел. А, не нашел маму? Возможно, мама. Учные истины. Все сломалось. Все, что я долго строил, вы просто... Дамочка, да к вам подкатывает. Да, он мой лучший друг. Что? Знаю вы этих друзей, знаете ли? Ну что? Ну он правда мой лучший друг. Знаю. В каком смысле, дядя Жан? Я тоже хочу себе рыжеволосую мать вообще. Мать, а ты в глаза долбишься или что? Где ты? Надо быть? А, я видел. А, чуть еще. Чего?
Глазки красивые. Красивые глаза. А что, что? Что с глазами? Это линзы или? В смысле? А что с глазами у тебя? Нормально все. Разве? Да-да. Ты забыл, где мы живем? Тут радиация и прочее. А радиация? Да. Бывает радиация. Слушай, ты этого, дядю Жана-то не теряй. Хороший мужчина. Походу, еще и обиделся. А что он обиделся? Возможно, вы станете не просто друзья. Не, он понять, он так это волноват, что он засыпает. Чего? Дядя Жан, ты перенервничал? Я жгу в рот спать. Жан. Дядя Жан, найди нам эту тетю. А и маму. А ты все быть... Что, котик? Как он? Уже привык к обществу людей? А это что за бибись? Интересно. Это будет карагутан. Карагутан. Карангутан. Все нормально. Клаус. 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 Почему мне жаба, например? Че? Клаус, долби. Нет, нет. Долби, долби. Долби, долби. Нет, нет, нет. Ладно, Клаус, успокойся, все. Будущая мама, спаси, пожалуйста. Мама, спаси. Я спрятался за будущей мамой. Жан. Все, это чутко быть. Не надо убить. Нихуя. Нихуя себе. Это черная кроты. Неплохо, неплохо. О, тут вызов. Вызывайте на поединок. Я бы не рисковала. Я готов. Давать. Ты можешь нападание. Опа, как могу. Ну ты нападание, нападание, я опа, готов. Опа, это. Опа, опа, опа. Вот так могу, вот так. А еще знаешь, как могу? Я буду, я буду озвучивать, на, что будет делать. Хочу. А так ты можешь? Нет. Нихуя себе кичит. Мяу. Мяу. Кто мяукает? Ну, он инди на лапы кичит. Он блабдит. Мяу. Блять, флешбеки в башке. Не-не-не надо. Это понятие, это тоже бананы не быть люд. Мяу. Это наша шага быть. Мяу. Мяу, мяу. Дядя. 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 Взглядывай. Энджи. Тетю, тетю найдешь когда? Чего? Когда ты мою тетю найдешь? Да. Ты чё? Не важно. Как это не важно? Ты чё? Жан. Я не... Хорошо подумал? О многом подумал? Насчёт чего подумал? Насчёт ты-то... Да ничего. Да чё происходит? На меня давит я. Охотятся, но опять же, маски есть люди кого-то сообщить. Папа, что происходит? На базе купили? Не называй его папой, называй дядей Жаном. Дядя, я ж тебе говорил. Нет, папа, чё? Мои родные дяди это бибизи. А ты... Ты хотел бычка на мой папа, я не понял. Да ты при чё его это вот это вот? Клаус. Клаус, долби. На тебя давит. Кажется, я верю в перерождение. И реинкарнацию. Реинкарнация? Ну да. А вы верите в реинкарнацию?
Я изучал вызов в подробности, Не трогайте. Все, перемирие, все нормально. Отчаянно. А ты меня не целься. Да? Ты чё? Дайте шмяу. Интересный скот регенерировал. Боже. А где малыш? Где малыш Ози? Где пиздюк? Где пиздюк? Чоне. Чоне? Мой милый Ози, ты спишь? Ладно, пусть спит. Дурацкий стрим, есть нет, бесит меня. В ее личную жизнь лезешь? Но. А когда касается дела твоего личной жизни, то ты говоришь, это личная жизнь. Ах ты, бля. А что, о чем вы? Да так. Процессуальный кодекс изучаем. Процессуальный кодекс, правильно? Процессуальный. Сексуальный кодекс? Какой сексуальный, блин. Процессуальный кодекс. Я поняла. Да ты закрой свой рот, мы и так знаем, что ты нашел здесь еще. Ой, бля. Все, давай. Ой, бля. Так. Процессуальный кодекс. И что, давайте, просвещайте. Ну, процессуальный кодекс это является отраслью нематериального права. Так ты же вроде только школу закончил, ничего себе, ты в адвокат собирался поступать? 18 лет. Что, 18 лет школу заканчивают? Ну, он сказал, да. Что да. Высшая школа не заявила, да. При чем тут школа? Он сидел, блядь. Чё, блядь? Поэтому и знает. Так вот, в чем дело. Поэтому и знает, да. Да, тогда все сходится. Интересно. С адвокатом сидел вопрос. Какие вы фрики. Ну вы кота напугали, боже. А чё, кота пугает? Тише. Успокойся. Боже мой. Тише. Понял. Кода. Да, закажите. Ну вот куда ты бежишь? Ты куда-нибудь залезешь и не вылезешь потом. Мы тебя потом не достанем. Успокойся. Откуда котик? Да, он с улицы. Ну, с банана, Гэнгон. Они его из леса вытащили. Тише, боже, хватит! Успокойся! Да, она бегается, устанет, ляжет. Машу в костер. Микродышишь. Блин. Хреново. Что, прям сильно слышно? Как по звуку? Я не могу сейчас услышать. Слышно какие-то посторонние звуки, типа какой-нибудь там телевизор, там еще какую-нибудь хрень? Ой, сейчас ты бегаешь. Ой, вы простите. И чё ты меня этого не хватали? Я не лор быть, вон лор быть. И лор хотит видеть, вон лор быть. И всё. Бля, кот. Котка. Я хотела кота схватить, он да успокоит его. Его хотели, скажи коту, чтобы он успокоился. Это как? Успокойся, кот. Не, бибизим. Это как? Китсмяу.
А если Вендиго будет в форме Бебизи? Жесть, какая задержка, жуть. Промах. Кто бы это ни был. Все. Какой у вас? Так, а что ты там? Ну вообще, он гор, что он хотит, этот бешка. Ну просто эти лапы разминать. На. Я даже не буду говорить, какими мышцами ты его держишь. Ну пусть бежит. Что-то очень странное сейчас. Ай, блин. Я это кичмяу трогать не хочу, мне кажется, оно какое-то опасное. Ну как я там садила пса? Не, совершенно верно. Пап Жан. Нет, он пусть зовет дядя. А чё? Ну потому что он афлос. И что? Ниппон. Осуждаю. Ниппон. Что ты ниппон? Ниппон. Мы с тобой разные, ты понимаешь об этом? Да? Я понимаю, что мы с тобой разные. А то, что вы с Бебизями разные, это тебя не смущает вообще никак, да? Так это мой папа. Не трогай Бебизи. Дядь Жан, давай. Лор, привет. Чего ты так скромненько стоишь? Я себе рыжую тютю, давай. Че? Ты чего тут так скромненько стоишь один? Ну, Ванесса, ты слышишь, мои дети все хотят, чтобы ты была их мама. Балдёж. Давай, давай, Жан. Мы чуть-чуть, и у меня будет рыжая тётя, да? Чё, не тебе хоть? Джон на связь. Ну, всё. Дядя Жан, будь более решительным. Так о чём тут решительность, я говорю? То есть у нас и рыжей тёти не будет у меня, да? Не будет. Будет рыжая тётя? У вас будет самая лучшая тётя Ви. Она будет рыжая? Ну и она будет Ванесса Ви. Ванесса? Ванесса ты кто? М? Ванесса, ну, это вот кто? Ну вот, это стоит. А Ванесса, ваша. На наших положили, возле Макитауна. Пойти. Блин, ты же всадила на плечо. Не, бумбалки нет. Что такое? Если что, то он вообще еще ничего не понимает. Он у нас на это был на Банана Гэнг. И почему Жанти, дядя Жанти только друг, объясни мне. А, Ванесса? Мне кажется, какие-то проблемы. Сейчас, какой-то удобнее возьму. Тяжелый кутик, да? Понять. Вот так. Знаешь, как классно будет котика нести? Вот, замечательно. Не-не-не. Я так мопса таскала. На спине. Да не, на спине фигня какая-то. Такое ощущение, как будто, знаешь, ты его кладешь под сумок какой-нибудь. Прям вообще классно выглядит. Чего? Под сумок? И почему ты дядю Жанну рассматриваешь только как друга? Потому что мы друзья. Не будет у меня рыжей тети, понятно.
Да, слышно, ты дышала, да, немного резала. Просто очень близко выдохи были. Блин, хреново. Я не знаю, как с этим. Блин, я вроде делала, чтобы не было слышно. Так меня, наверное, будет плохо слышно. И куда все слышите, ебать? А там кого-то положили? Положили? Мы теперь не выйдем отсюда, получается. Ну, тут сильно. Охуенно, классно. Давай посидим. А ты есть на рации? Боже мой, ты как? Осторожно. Чего так резко спрыгнул? Зачем ты чмя убил? Ой, боже. Не. Тянет. Да. Давай, давай. Я тоже хочу на ручке. Я не против. Пошли. Все. Ты тяжелый. Я тоже хочу на ручках кататься вообще. Давай, запрыгивай. Что, так себе удобно? Женщина пробегала, надо было искать, чтобы она нас выпустила. Да вообще. Ванесса, да, я же не ошибаюсь. Да, да, все верно. А, не как давно ты здесь, Ванесса? Шестой или седьмой месяц, наверное. Шестой, седьмой месяц? Угу. Ничего себе. Я думал, здесь люди по месяцу живут максимум. Ну, я вот живучая такая тварь. Ну, почему сразу тварь? Ну, я так образно говоря. Ну, все мы, как говорится, типа, божьи твари, там вот это, да. Божьи твари, да-да-да-да. Все мы это проходили. Ну, если верить в это вообще, да. Ну, если да, верить. Мне кажется, здесь более уместна вера в буддизм. Угу. Согласна. Я верю, да, в реинкарнацию. Я тоже верю в реинкарнацию. Особенно в реинкарнацию кичми. Угу, угу. Аня, ты тут слышно, не слышно? Help самое me. Обидное, если когда ты реинкарнируешь в одно и то же существо. Был котом и стал котом. И в итоге ничего не поменяется. Я бы хотел оказаться, я не знаю, кем вообще хотел бы оказаться. Я думаю, человеком самое интересное быть. Да? Главное, каким-нибудь раком не оказаться или крабом, они вроде там до хера лежат. Я бы хотела быть бабочкой. Кем? Бабочкой или птичкой. Бабочкой? Да. Я бы капибарой. Домашней. О, нет, я бы хотела быть дельфином. Плаваешь везде. Или китом покайфовать. Кроликом тоже неплохо. Кроликом тоже, да, хорошо. Аня! Боже, что за забурая буддизм? Я вроде настраивала, чтобы тяжело не было слышно вообще. Ну, по первости, да, было тяжело. Сейчас вроде уже нормально. Ко всему привыкаешь. Ко всему привыкаешь? Угу. Как я понял, за 7-8 месяцев ты многое что повидала здесь. Ответа, конечно, не услышал, но предполагаю, что да. Допустим, опять ответа не услышал. Да, да, многое повидал. А что было самое интересное? Mm-hmm.
покопаться в чертогах разума. В чертогах разума покопаться? Это да, это еще важно. Что было самое интересное? Блин, сложно вспомнить. Веселые моменты с друзьями, наверное. Так. А, еще когда вот олень, из оленя вылезла Вендиго была. Странно, да. Причем второй раз к нам олень как-то прибегал, долбился, и потом через ворота резко, да, и в мясо прям на фарш. Пиздец. Угу. Что за олень? Ну, слава богу, из него Вендиго не вылез. Ну, просто какой-то олень, не знаю. Он говорил? Нет, он не говорил, он просто в ворота долбился, а потом через сетку резко пробежал и в фарш превратился. И в черную жижу. И потом в черную жижу. А, не, мне показалось, ты долбался. Так где же? Когда маму найдешь, тогда и напишешь, понятно? Я уже нашел вам мама. Осталось чуть-чуть. Кто она? Не важно. Как это не важно? Ванесса? Да. Мать? Ванесса, ты же в курсе, что ты мама Банана Гинга? Так ты же сказала, что нет. Как не понимать? Я тоже не понимаю. Я тоже не понимаю. Надо же подставить Ванесса. Все точки над «и». Давай поставим все точки над «и». Бля, сейчас секунду. Плюс? Чё плюс? Аня? Аня? Слышно звуки на заднем плане? Блин, дерьмовый, я настраивала, чтобы не было ничего слышно. О, да. Ой, блядь, я сейчас просто... Мне кажется, у меня еще пристанет этих звуков. Так, вот, давайте... Всё прекрати. Давайте поставим все точки над и галейки, и вся вот эта вот хуйня. Готов? Я буду с ними договориться. Вы спасли там всех? Да чёрт его знает, ничего не понятно, побежали никого. Вы, может быть, нам скажи, чтобы они нам дверь открыли, чтобы мы с вами вышли, а то мы как будто бы затащили. Так вон же, сверху можно выпрыгнуть. Ну, я с котом вряд ли выпрыгну. То выпрыгнешь, хотя давай мне кот... его кинешь, а... и добрый, конечно. Так, а где, приятно. Где тут можно вылезти? Пошли. Пошли? Пошли? Окей, есть. Хорошо, у меня буквально от мурчания на... Ладно. Я уже... Ты сказал пошлите, я начала пошлить. Смотри, смотри. Тут сетка. Дай мне кичмяу. Да кичмяу он сам уже. Осторожно, кичмяу. Кичмяу. Я боюсь кичмяу скидывать. Ну ладно, кичмяу. Он кот. Он же приземлился на лапы же, да? Все нормально, с кичмяу все хорошо. Боже. Так ты мать или нет, я не понял. Я не мать, не знаю. Нет. В каком смысле? Я тут что-то кричишь. Нормальные. Надо ему помочь. Давай бери его на ручки. Не пытайся, он бежит кот, куда-то. Кот, даже не пытайся. Господи. Нормальность. Так, спрыгни. Кичмяу. Тупо это я люблю. Да боже! Как вас зовут хоть? Меня зовут Джи. О, кот сам справился. Молодец, умничка. Мышку. Так, кичмяу, ты... Тебе не высоко? Ты это... Я бы не... Там еще... Иди сюда. Вот.
Пока скусни, пришлось тебе написать, пока бежала, кричи. Нормально. Так, смел. Как? Боже мой, что происходит? Ванесса, давай быстрее, мы тебя ждем. Мать, давай там. Так, пойдем нормально, выйдем. Боже, откройте нам дверь нормально. Кричмяу, я боюсь за него. Слышите, попросите кого-нибудь открыть ворота. Он... Это что за пантеха? Он разобьется. Я говорю, просто возьми себе его на спинку и выполни. Ну давай, малыш, попробуем. Бонжур, котик. О, это мой знакомый котик, ягуар. А можно его убить? Бля, хуй знает, его очень сложно. Можно обнять, обнимаем. У меня губы пересохли, чтобы так сделать. Ну, Ванесса, не так, Ванесса, слышишь меня? Смотри. Ванесса. Да сейчас. Ой, но. Да. Вот так вот, вот возьми, да прибери. Ой. Случайно. Блин, спиночный курс. Ау. А ну проверка, слышно? Боже, ладно. Слышно? Тебя не слышно? Меня слышно? Фух, ловите меня там. Нет, ловите там меня. Ловлю. Любим. Ну все, увидишь. Буквально на лапы. Что, котик, ты сам своими лапками бежишь? Нет, конечно. В смысле, нет, конечно. А зачем? Мы нормально? Что за хвост у меня теперь? А зачем вы все вышли? Я не знаю. А где ягуар? Ну, потому что мы там были, а ты тут был. Куда он ушел? Вон он. Так, мне в магазин одежды надо сходить. О, кичмяу. Тише, он дикий. Так сильно не подходи к нему, он дикий. Он, конечно, а он дикий. Да, он, ну, он уже вроде немножечко. Тише. Маленький кичмяу, скажи, что не опасно. Мы ему ничего не сделаем. Не, кичмяу у нас вообще не понимает маленький. А, он не понимает? Блин, его же только Бибизи понимает, черт. Поэтому как-то. Здрасте. Это Банан Гэнг. О, какая прелесть. Кичмяу. Куда кичмяу убежал? Надо слепый газин зайти. Дай посмотреть на себя, пожалуйста. Ой, мяу. Я не могу. Все, я потаяла. Скажи, что вы все время с кошек-то таете, я не понимаю. Таю. Кичмяу. Кичмяу, иди сюда. Большой кичмяу, Егор. Ой. Кичмяу, пойдем мы тебя покормим. Тише, прости. Прости. Прости, блин.
Мне кажется, большой кичмёрки думал. Он испугался, он боится людей. Да понятно, что он испугал. Вот. Заходите. Просто нам надо, ну, вот эта карточка выдержка. Ну да. Вот, ну, Джаня тут. Вот эта карточка кого? Вы. Чего? Вы. А где же? Нашу листовку. Не-не-не-не. Это сфотографируют нас хотят. Да. Так, ну, вы можете вот просто вот тут в чтовании вот взять красиво, я вот сделаю чфата. Он в чтовании, я бы, ну нам просто надо чит формация провести. Ну мы собираем, но я вот эти спрашивания, вы уже год, чего Диокани, как отдыхали, кто будет в вожак, а тебе надо чфата карачек. Вожак у нас Крисмас. Так надо вожака. Когда вожака, надо ждать. Крисмас, так. Да. Так мы чего знать, понять правы, мы просто на фотокарточку, мы тут просто... А где все-то? Где Жан, где Банан Гэнг, все? Ушли куда? Ой, этого вожака, блин, нет, он спрыгнул. Где Кристалл? Они же на Манкитаун вроде пошли, как они сказали. Там кого-то отбивали. А Жан? Что делать? А Жан в магазин одежды пошли. А, блин, уже сказал. Точно. Так это для чего фотокарточки? Не понял. Ну понятно, я хочу повторить, что я спрашиваю, что делка, как делка, кто Сайлон будет ваджрак, кто будет чиджна. Я уже повторить, что я хочу, и в чё это... Что есть у меня тоже. Уже в чё узнаваний. А теперь надо чватать карточка. Чё бы да, могли покачать. Да, теперь просто нас сфоткать. Ну да, да, я уже в чё узнаваний. Аня? О, чё. Так, не обижайся. Да просто не понять, что... Хочешь банан? Да. Не, хотите фотокарточку. Ну ладно, вообще ты больше хотите фотокарточку, чем банан. Нам просто нам очень много читая надо ходить. Ну да, там очень много будет. Не просто не знаю, где наш вожак, чтобы сфотографироваться. Там может быть Дарк Чайда Чаут Линда Чарек Чандри Челек. Не, ну понятно, надо просто... А, это вы ходите всех фотографируете, да? Да. Это большую базу данных собираете на нас? Кто? Прошу новым людям объяснять. Убедительно, пожалуйста, просьба. Боже, я даже не знаю, как это сформулировать. Я могу говорить, хотели? Вы когда сложно слова говор, вы потом или отвечаете, либо вообще не говор. Короче, все, понял, А по звуку что, ужасно там все? По звуку. Да. Я настраивала, блин, я не знаю, в чем проблема. Картер, надо не сфотографировать. На том микрофоне так не было слышно. А если я вот так сделаю? Тогда меня тихо будет слышно. А, ну это если ответит, то это если мы сможем или нет. Ну, пожалуйста. Ну так а чё мы ничего не... Просто, ну, покачка вы, потом зелёные бананы. Крис, нам тут это, обезьяны просто. Нам тебе один фото так надо. Пофиг. По звуку что? Кичмяу, а есть что-нибудь кичмяу, да покушать? Какая разница? У меня просто нет с собой ничего. У меня только есть банановое вино. А. Могу ему дать сухую? Где у меня? У меня рюкзака-то даже нету. Мне уже это... Как будто всегда с собой. Где-то отлит. Давай, бутылочки. Но нет, я не взяла даже маленькую бутылочку с собой. Жаль, жаль, жаль. Чё, гелька? Да, это просто... Чат. А? Люд не понять, что... Да, да. Да ну, понять, не понять, не знаю. А чё, мочь бибить на люд? Не. Что такое? Просто я чё много читаю. Ну, улыбай. О боже. О боже. Андатор моя. Спасибо. Вы видите меня? Откройте, пожалуйста, ворота. У них там фотосессия, они пока заняты. Где Джон? Они пока заняты.
Спасибо, люди. Да, спасибо, люди. Люди добрые, пожалуйста, откройте ворота, дядя. Чао. Да, 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 сейчас там ключик принесут. Лен, чли допырт, чкора, и чё? Там очень много. Москвич, здесь нет. Откройте нам дверь. Пойдём пока. А чё, там мощь? Сейчас ключик принесут. Чё у него за ушки такие? Он фи-фи-фи-бит, ну. Он чилит. Что это было, фи-фи-фи? Ну это фи-фи-фи-бит. Ну, это фрик. А, фрик? Не-не, фи-фи-фи, это знает, кто будет, это мычка. Ну да. А, фи-фи-фи-фи-фи. Да, фи-фи-фи. Не ванчапа. А я фрик. Чеве? Я знает. А кто не знает, что я фрик? Куда мы, на банана-гэнг? Ну, я сейчас на Нордгарде. А, понятно. Если по пути, можем вместе пойти. А, ну да, по пути. Тьмяло, ты хочешь на ручку? Диджа. Флейк. Я хочу. Почему? Ты своими ножками или что? Сейчас не так. Ну, ладно, я поняла, все. Да мне все не так. Начиная с того, что мне 17 лет. А мне 20. Того, что тебе 17 лет. 18. 18. В разговорах выяснили, как мой папа. В каком смысле, как твой папа? Я могу... Сейчас. Вот так сойдем? Ничего не поменялось. Да в каком смысле, блин? В прямом смысле. Да, сука, я стараюсь. Погоди. Сейчас я рожу. Короче, на долгий стрим вот так нормально? Если там все слышно, хреново. А знаешь, как было бы нормально? Как? Очень плохо, что слышно. Как отрегулировать так, чтобы не было слышно? Давай. А вы можете в мой темп бегать? А это как? Это... Ну как я? Типа в спешке бежать. А в спешке? Типа в спешке. Очень хреново. Мне не нравится. На том так не было. Чувствительности не было такой. Мне это не нравится. Кто там есть? Отзовитесь. Слышно что-то помимо игры, меня? Понял. Я смотрю, о, Ванесса. Когда я... Сколько тебе, Ванесса, эти 20? Не, 20, нет. Ага, понятно. А тебя как еще раз Афрос зовут? Меня Джимми. Джимми. Джимми, знакомься, это твоя тетя. Моя тетя. Тетя, приятно познакомиться. Привет. Ванесса, ты не против быть его тетей? Я подумаю. Ванесса, в смысле ты подумаешь? Блин, я сегодня такую песню придумала про банан Гэнг и забыла слова. Черт. А ну. Я забыла. Мне надо еще таким странным голосом петь. А где же наш банан? Что-то такое там, да? Не-не-не-не. Я какой-то код гиперактивный, я не могу. Я бы ему переебал на самом деле. Кого ты переебал, я тебя переебал сейчас. Не, я бы ключевое слово, я не пацифист. Ты фрик. Да пошел нахуй, дядьша. Заебал. Это ты фрик, потому что говоришь, что я фрик постоянно. Я фриковый, я конченый. Человек жесткая. Мы с тобой вайпер, сапога пара получается. Ванесса, так ты внимательнее. Она не может быть твоей мама, как я не могу быть твой папа. Ладно. Ванесса, ты моя тетя? Ну, пусть будет тетя. Пусть будет? Ну, в принципе, тете можно и сколько там, и в 10 лет стать, поэтому нормально. Что, еще раз? Ну, в 10 лет. Мне плохо слышно, и что? Да, ужасно. Ты чуть-чуть очень тихая.
А так. Буря мини. А так. Так еще лучше. Еще лучше. Блин, ну тогда будет так слышно это. Как чувствительность понизить? Что, мне 20, да? А про что мы говорим? Мы говорим про тетю. А, ну что, можно и в 10, в 15 тете стать. Если у тебя там... Ну это да. Угу. Ну что ты кричишь? Ну если у тебя, допустим, есть старший брат, то по идее да, ты да. спокойно можешь стать тетей. Угу. Не, у меня нет никого, у меня все умерли. Пиздец. Соболезная история. Что? Соболезного не выражи. Спасибо. Сука, а-на-на-на-на-на. Блин, ну там такой текст прекрасно будет, надо было записать. Банана. Да нет, это теперь Ози мне вот этот банана-на напевал, и мне теперь это заело. А там другой мотив был. Не надо, не надо. Надо офать стрим. Бесит меня такие стримы. Где же мой кичмён бежит? Ла-ла-ла-ла-ла. Бананакин, бананакин, бананакин. О-о-о. Бананакин, бананакин. Здесь Ози и... Какая-то хрень. Давай, Ванесса, думай. Давай, давай, давай. Да я уже не вспомню. Да у тебя неплохое начало там. Да хрень какая-то. Я согласен. Начало хорошее. Осталось дальше. Может какой-нибудь еще аккомпанемент там прибабать. Это будет рэп, я не знаю что. Либо попса. Тетя Ванесса. Боже мой, как это звучит странно. Тетя Ванесса. Как будто мне 40. Тетя Ванесса. Толбоёб. Какой, как будто ты голевые голубки. Да нет. Смотрите, как я умею мяукать. Не, я умею мяукать только так. Мяу. Мяу, блять. Боже мой. А нам кота надо сопроводить. Дядь Жан! Тут котина блядская, погоди. Что, блин? Котина. Что такое? Там же там Маркус. Привет еще раз. Забирайте вашего ребенка. Довела в целости и сохранности. Ну, он, видимо, устал, да. Он сам прибежал к нам. Капец, гиперактивный. Сдаёте? А, да я с ним не игралась, я только заботилась о нем. Ты был тактичен. Да, да, это было спонтанно. Чтобы он там себе нет, не покалечил. Боже, я вообще не успеваю за ним. Чуть Ваня. Тётя Ванесса. У меня голова закружилась. Тётя Ванесса, вставайте. Да. Я могу вас поднять, давайте пойдемте. Полежу немножко. Пойдемте, 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 пойдемте. Боже мой. Да ладно, я сама могу. Боже. Ладно, я не настаиваю. Все, так, Кичмяу, давай заходи. Кичмяу, ты с нами или ты домой? Или это не он твой дом теперь? Все, Кичмяу, Кичмяу. Он за нашей спиной, и мы за ним за... На-на-на-на-на-на. Боже. Звучит как фильм какой-то. Это все голос севера так повлиял. Я вообще не умею петь, что-то рифмовать. Ну-ка, чисто проверить.
Голос города, севера города. Ага. Стоило закрыть. А почему на голосе? А почему на голосе севера никто не выступал? А? Вот ты кот фрик, ёбаный. Еще кот, блядь. Слышь, ты котафрик. Давай закрывай быстрее, блин. Подождите, у нас смотрится, боже мой. Ну так это, ну, серьезно, это же котик, они всегда так. Угу, надо по ними подумать. 30. Да, да, да. Да, потом, когда закрываешь, эта сука начинает тебе в дверь стучать. Еще так, мяу, блядь, мяу, нахуй. Боже. Мяу. Да? Ну шо, кот, все осмотрел, все обнюхал. Ну заходи. Кичмяу, кичмяу, и маленький кичмяу. Мой носик такой маленький, что лапки. Боже, что за... Я тоже фрик. Все мы фрики, мы семья фриков. Тетя, все тетя, мы тетя. Фрики. Ты и я. Дядя Жан, тетя Ванесса. Все мы фрики и друзья. А кто-нибудь на... У вас тут какой-то голос севера был? А на голосе севера кто-то выступал? Да, вы, блин, про него постоянно пиздите. Так, голос выступал, я тебе рассказывал. А голос говорит, да, я тебе рассказывал. Да, короче, на голосе севера кто-нибудь выступал с песней Take Me Home Country Road. Take me home country road. Horse, какой horse? Какой хвост? To the place I belong. Чё-то там... Ну, мы ж побежим, я, ну, не хочу... Да, а замуж. Где Кичмяу? Да Кичмяу мудак. Кто он? Мудак он. А вот это кто? Не девочка? Я думала, это девочка. Это он. Это он? Да. Я не смотрела под низ. Ё, боже мой. А, как все лагает, боже. У меня получилось, блядь. Ну, ничего страшного, бывает. Самый прикол, что я до этого слушал предыдущий стрим, нормально было, по-моему, на голосе севера не было такого, что-то слышно было. Делаю звуки какие-то. Карузо! Что такое Карузо? Карузо? Карузо! Карузо. Чёрт его знает, что такое Карузо. Я не знаю, мне в голову пришло просто. Коррупция, я знаю. С той планеты. На-на-на-на-на. Ты с той планеты. Просто фрик. Ты с той планеты. Ты с той планеты. Я на-на. Так ты всего лишь один день. Ты с той планеты. Словно фрик. Жить по дорожке, кицмяу. Здравствуйте. Ля какого? Ладно, найду тебя. Бонжур. Адалит, Виктор, спят, ну? Никого нет, все спят. Беда. Беда, быть беда. Беда, быть беда. Ой, а у меня что-то вроде был даже пыжа отсюда. Ля, какой котик, это ваш? Нет, это кичмял. Кичмял? Он сам по себе? Он типа пока что да. Такая мерзкая котина, если честно. Пока что мерзкая. Не мерзкая, обычный кот. Ну, в принципе, да, обычный кот. Это я спорить не буду. Короче, обычный кот. Его, кстати, вроде Вьюга зовут на этом. Вьюга? Вьюга, да. Ошалеть. Либо это не Вьюга, как это называется, снежная... Тайга. Буря? Какая тайга, блядь? Буря.
Буря. Тайга это вообще лес, блядь. Иди нахуй. Были бы мои смерти, но я не понимаю. Зачем вы узнали такие вещи? Ты отошел вон туда, к стене. Ты наказан. Ладно, тетя. Туда его. Подумай о своем поведении вообще. Ладно, тетя. Ладно. Думай. Тебе вообще не стыдно? Тебе не стыдно перед Жаном? Стыдно. Он тебя приютил, а ты вот... Стыдно. Тетя Ванесса, не видите, пожалуйста. Я еще раз услышу. Хорошо, тетя Ванесса. Бля, как это удобно. Понял. Если еще хоть что-нибудь скажешь, мой кулак прилетит тебе. Понимаешь, после... Понял. После некоторых случаев люди, ну... Не выживали. Не бей, все, не бей, прости. Прощаешь? Какие-то у вас странные взаимоотношения. Да это... Абьюзивные какие-то. Ладно. В смысле абьюзивные? Прощен. Не стоит так грустить. Про меня, меня простили. Не. И тоже вам не стоит перегибать. Да. Ну, он просто немножко что-то... Какой-то легкомысленный. Тебе не кажется просто? Ему 18 лет, он на острове 2 дня. Я тупой. Не перегибай, просто переживаю за его здоровье и за твое. Не, я не прям чтоб тупой, конечно, но я ёбнутый. Ну да. Блин, ты вообще азиат, да? Так. Кого мать родила? Тот есть. Тише. Дышим. Вдох, выдох. Дышать не забываем делать. Бля, идите нахуй. Фитурки, блин. Простите, я. Ой, не могу. Если у нас машин нету, то, скорее всего, они куда-то уехали по делам. Придурочные. Я их люблю, но придурочные. Что с ними сегодня, боже. Я оффну стрим. Ё-моё. Потому что это невозможно. Что такое? Шерстка, шерстка, белая шерстка. Боже, у тебя блохи, что ли? Помыть. Что они долго собираются-то? А вот шапка дырявая. Мы долго будем ждать. Очевидно, никто не выйдет. Я не знаю, никого нет, по всей видимости. Я когда вы отошли, сказал, что если машин нет, значит они куда-то уехали. Как бы это логично. У них тут две машины вообще стоят. Ладно. Тогда мы услышали благодарку. Как тебя зовут еще раз? Пеле. Пеле? Пеле. Ладно, очень приятно, Пеле, я Джон. Да, давай. Говори походу. До свидания. Берегите жопу. Пойдем, я провожу тебя до подруги. Ты был певцом? Вокал ходил? Да нет. Нет. Мне сейчас так вот этого брата Эшку поведу в Бананагенге, дальше побегу. Вы же в Бананагенге? Red and our mind that is so far away. Есть кто на чистоте? Вы сейчас на Магеддоне или Банана Гэнг? Ладно, тогда я его до Магеддона добеду. West Virginia, Mountain Mama, take me home, home. Ты че скулишь, я не понимаю. В каком смысле? Я пою, понимаю. Ну, опять оружие не достаю. Черк. А могу, не практикую. У тебя не очень низко, у тебя слишком... А, слишком высоко, наоборот. Но слишком басист. Вики Шмяу потерялся.
А где Кичмяу? А где наш Кичмяу? Да я не знаю, он тут бежал. А где Кичмяу наш? Где же наш Кичмяу? Все нормально? Чего ты там, Ванесса? Mm. Все нормально? Эсбен, Ванесс? Блять. Почему? Где кот? Эсбен Кичмяу, где же наш Кичмяу? Где наш Кичмяу? Он вот здесь. Он в нашей памяти. Сердце. Он у нас сердце. Да. Мы найдем Кичмяу. Где Кичмяу? А где Кичмяу? О чем мы ждем? Я кто мне подскажет? Ванесс, все хорошо? Тетя Ванесс. Тетя Ванесс. Тетя Ванесс, я тебя тоже хочу тетей называть. Дерьмо как-то звучит на самом деле. Не нравится. Тебе нравится? Господи, хоть одинаковые голоса. У кого? Да не, у них разные. Ты мне по звуку скажи, это звуки. Они побежали вместе с нами в одном доме. Тетя Ванесс, тетя, давайте в одном темпе, в темпе вальса. Бежим, бежим. Суки. Что за суки? Надеюсь, не мы. Да я это вспомнил шутка. Ну. А тебя уже кусали? Как тебя зовут, кстати, я забыла. Джерри? Джерри, Джимми. Джимми? Джимми. Джимми. Гимми, 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 эмэнэл. Тебя кусали уже? Тебя кусали или твари какие-нибудь? Нет, не кусали. А ты уже видел каких-нибудь тварей? Нет, я видел только бобров. Их так здесь и называют. Я знаю, да. Я у меня еще появились какие-то вампиры. Пиздюка позовем на чай пить, ну? Да, давай. Ну? Как да, давай, свеча... давай, давай. А мы чай идем пить? Пойдем чай. Ну, а когда мы чай не пили? Куда чай идем пить? А вот тут я, кстати, живу вон. Этот Джимми. Да, точно, ты Джимми Нейтрон. Я тебя так буду называть, Джимми Нейтрон. Мне так легче будет запомнить. Я Джимми Армстронг. Кто ты? Фига себе. Армстронг. Он как музыкант. Ну, есть Луи Амстронг. Ну, да, да. Ну, в смысле, ну, зовут тебя не так, но фамилия такая. А чего, почему мы сюда пришли? Gimme, gimme, gimme. Я говорю, что фамилия такая же, имя только другое. Ванесс, ты опять очень тихо говоришь. Луи Амстронг был прекрасным джазовым музыкантом. Еще да, да. А сейчас? Лучше. А сейчас он старый вроде бы, он вроде еще жив. Еще вроде чуть-чуть. Бы. А зачем мы сюда пришли-то? На чаепитие. Ко мне? И? Да. А-а-а. Я тоже ну, ладно. Чай люблю. Тетя Ванесс, погодите, там беда. У нас нормально все? Чё быть? Нормально.
Понятно. Жевать больно, блин. Ну вкусно. Глотать не больно, держи. Глотать никогда не больно. Держи. Блять, он что собрал? Ебану. Ты чего, это газировка обычная? А чё ты не сказал, что он с газами? А ты ебусь, что ты с газами не пьёшь? Я вообще-то помочь хочу. Я открыл, мне как в нос дало, блин, мне всё через нос ещё вышло. Ты не доходяка, блядь, если на тебя ветром подует, тебя унесёт и убьёт, блядь. Ну, не разговаривай так. Да прости за языком. Прости. Всё нормально у вас? Ви-ви, они дико потрепали воду дают. Я пойду за красу. Что по звуку? Слышно какие-то лишние звуки или нет? Давай. А мы а же... Мы же на Манкитаун собирались, нет? Ну, сейчас сходим. Ладно, мы пошли, спасибо большое. Ладно, давайте, берегите себя. Угу. Ривах. Пошли, бедолага. Что, идем до Манкитауна? Ну-ка. У меня всего лишь сок. Ты знаешь, что как будто у тебя карандаши в стакане. Спасибо, спасибо. Ладно, я хоть все. Иду. Жан, а ты чего без ботинок? Чувак. Он мне дал, а не вот на мне. Спасибо. Поняла. Давай. Добрые люди, давай. Господи, пошли. Джимми, когда ты в следующий раз будешь говорить с людьми, не стоит сразу агрессировать. Знаешь почему? Да прости. Потому что на этом острове, чем больше ты агрессируешь, возможно, будет такая ситуация, когда тебя будут грабить. А если ты этих людей будешь встречать в аномаркете и с ними хорошо болтать... Аномаркет. Там всё закрыто. А потом так мы что в итоге-то... Мы... А мы можем? Ну, мы сюда можем? Что? Постой, Джимми, там. Привет. Привет, Гаррет. О, бонжур, Гаррет. Ванесса, подойди сюда на пару. Иду. Знаешь, такое? Так мы, может, его выпьем немного, чуть-чуть? Что, сделаем? Или здесь нельзя? Мы выпьем. Кого выпьем? Давай, пиздюка. Джимми. Ты чего орёшь ты? Так я очень тихо. Ага. У тебя в комнате, ну? Вдвоём? Чё себе ты? Ну, пойдём. Ну, пойдём. Блин. Ты Гаррет? Привет, познакомься. Ну, бонжур, Гаррет. Сейчас я схожу за чаем. Его чай! Тетя Ванесса, чай есть? Делись чай. А, я забыла, что у меня это в номере, там чайник надо согреть, там налить кружечки, чашечки и прочее, и там печеньки всякие есть, да?
Пойдем. Ну ладно. А с чем помочь-то? А, ну чай налить. Согреем чай там. У меня там всякие печеньки и прочее. Точно, там же это точно чайник. Марк. Тепло стоит. Марк. Ну там кофеварочка, в смысле, кофеварочка. У меня чая нету, кофе только. Сука, у меня горло першит. У меня только кофе. Вот. Да, только кофе. Чая нет, к сожалению. Это комната? Да, это эта комната. Жанка, кстати, когда там замки будут готовы, ключ? Ну так ты заплати сначала. А, это так работает. Это первоначально. А где чай? Чай, хочу чай. Да пойти в мире чай. Какой чай? А это чё? Ладно. Ну так не считается, вы. Ладно, хорошо. Ведь ванная, знаете, войти нормально. Да, давай я тебе это... Ой-ой-ой. Куда ой-ой-ой. Ты? Я тебе чашечку хотела с кофе. Ой-ой-ой. Очень скользко. Ой-ой-ой. 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 Скользко. Ой-ой-ой-ой-ой. А, там очень скользко. Так скользко. Не скользко. Свети себе на ноги. Ты не норм, лидеть, Жан. Не отпусти, пожалуйста. Да бля, я просто кашляю. Ну, нахуй ты кашляешь. Да бля. Нет, Жан, не надо. Дядь Жан. Чуть вон. Что такое? Все хорошо. Кофе почти готов. В каком смысле кофе почти готов? Дядь Жан, пожалуйста, не надо. Обліжімося і близь я. Ми хочу, бля, могут. Жаль, чужой. Чутка. Хорошо. Пришли. Клади его сюда. Осторожненько. Турник. Что, положил, Жан? Положил. Что?
Что такое? Да, я уже... попью кофе. Ну, такой. У меня немного другие предпочтения. Если бы его довести до кое-чего, тогда было бы вкуснее. До чего довести? Не важно. Без сознания. И он немного спит. Еще и хобби. Сколько он так еще? Не знаю, еще пару минут. Так, нужно легенду раздумать. Сейчас, секунду. Я надеюсь, я не переусел с тобой. Ай, сука. Зараз проснулся. Ну ладно. Ай. Быстро. Не зашло. Ты нормально? Да. Ой, блядь, башка. Ой, сука, да нормально. Блядь, учитывая то, что башка трещит. Ой, сука. А можно чайку, или мы уже пили чай? Ну, еще не пили, ты что? Я башка. Держи. Ведь у нас можно чай, ладно, кофе тоже сойдет. Да. Чай нет. На, вот тебе еще печеньку. Печеньку? Ну ты же маленький, любишь печеньки, да? Да, ну, я вот. Маленький люблю печеньку. Орео, спасибо, тетя Ванес. Орео. Только оно очень вредное, мне кажется. Тебе кажется. Вась, я тут немного купитаться. Логично. А то таки останетесь маленькими. Сори, меня просил не воспевает. Понимаешь, у меня идеальный гибрид. Это афроамериканец и азиат. Это одно компенсирует другое. Но, у тебя мама азиатка? Я не знаю. Вроде нет. А кто азиат? Никто, я не азиат. О чем? А? Но почему ты не азиат? Я не знаю, почему я не азиат. Может, тебе стоит... ну, записаться на уроки в городе, если ресторан? Азиатский, может, туда будешь ходить, помогать? Возможно. И Чун Сун Фи, или как-то так. Чун Сун... ну, а Чин Син Фи. Чи Сун Фа. Ну, Чин Сун Фи. Чин Сун Фа? Но, Чин Сун Фа. Чин Сун Фа. Чин Сун Фи, ну и. Чин Сун Фи.
красивое место. А вы, чай не будете кофе пить? Да, вы уже попили. Я, к сожалению, нет. Нахуй на кровати. Я не попила, к сожалению. Ну, точнее, я попила, но хотелось бы еще побольше. Ну, всем бы хотелось побольше. Но заварка закончилась, к сожалению. Заварка кончилась. Точнее, ну... Да вон там зерна. Банка кофе стоит. Зерна. Так я же поставила ее вон туда, в шкафчик. Понимаешь, заварка кончилась. Заварка, уй. Че это заварка? Уй. А, ну ладно, я думал, кофе скончился. Вот она, ой, блядь. Что? Ладно, все нормально. Такое ощущение, как будто у тети Ванессы не дотра. Чего? Да, тоже такое ощущение жесткое. В плане? Что? Тетя Ванесса, это вообще как связано? Да нет, такое почему? Ощущение, как будто вы как? Там шпили-вили делали, как? Пока я без сознания после сучья ванны. Ну, ты подскользнулся и ударился головой. Ты подскользнулся и ударился в душе. Это в стекло. Ладно, это ладно, это я не спорю. Тебя отнес. Пока я... Ты думаешь, мы из этих, да? Которые я при думаю, другом человеке? Долг супружеский. Ты думаешь, мы свингеры или как? Не знаю. Здесь же он не стучит, так, так подождите, как связано то, что закончилась заварка, и что у меня якобы не да вот это вот? Да не, просто какие-то намеки были непонятные, просто как-то странно звучало. Какие это. Намеки? Ну ладно, давай не будем. Если у тебя и вправду не так. Иди сюда. Давайте оргию устроим. Я шучу. Что ты там сказал? Чего тебе? Не надо, это домашнее. Куда ты вырываешься? Что ты там говорил? Тетя Ванесса, это домашнее насилие, не трогайте дядю Жанну. Что ты там говорил? Повтори это. Тетя Ванесса. Я искренне прошу прощения, вы. Так-то лучше. Давайте жить дружно. Убрал от меня руки. Ну, тетя Ванна. Ну, не убегайте. Всё. Да вот меня убили. Джимми, ты делаешь уже лишнее. Да ладно. Я просто тетю обнять не могу. Все нормально. Можешь обнять меня. Бля, это ладно, это уже правда какой-то семейный конфликт. И вообще, ну лучше уйти отсюда, потому что вы здесь не должны быть. Если проснется отец, то у меня будет семейный конфликт. Отец? Да. Ебать, у меня дед есть. А нет, кузен. Кузен дед? Вот эти ваши... Кузен это двоюродный брат или сестра. Скорее, он тогда двоюродный дядя. Гаррет, как у тебя дела? Одри спит? Обувь какая-нибудь. У меня есть запасная обувь в сумке. Пойдем. Тебе дать? Да. Дайте мне обувь какую-нибудь. Вон, да, тебе дал уже какие-то кроссы тебе. Ну вот. Тесный был, да. Ну, алло, привет. О, подглядывать можно. Нет, это не Сильвия, это Жан и Элис. Ты с нами, да? Мы собирались до Банана Гэнга. Ой, до Манки Тауна. Ну, мы туда и бежим. Только нам препятствует бешка. Ворота. Да. А пофиг. Все побежали.
Дали поесть. Как вы к классической музыке относитесь? Ну, я обожаю классическую музыку. У меня моя любимая... Металлику. ACDC. Это разве классическая музыка? Это тогда классический рок. Классическая рок-музыка. Не, я обожаю классическую музыку. Это «Ода к радости» у Бетховена. Ну вот, классическая музыка — это Бетховен, там... Моцарт. Бетховен, Моцарт, там турецкий марш. Короче, помню. Надеюсь. А еще самое охуенное — это классическая музыка на электрогитаре какой-нибудь. Добавляет некую изюминку. Да, виолончель прекрасный. Скрипка. Скрипка-то уж классная, да. Не, конечно, скрипки не очень люблю, я больше сторонник джаза. А в джазе обычно скрипка не по назначению применяется. Как вам по звуку, Лёва? Скажите, слышно какие-нибудь лишние звуки или нет? Буду благодарна. Чё за молчание? Не понимаю, чё мы идём? Что, что? Руками? Как-то чувствительность надо настроить. Я не знаю, блин, шумодав хреновый. Что, почему он такой чувствительный? Вступить в рот руты. Я думаю, можно будет, но попозже, потому что сейчас у меня вообще по горло снуш. Это у меня сегодня просто дело крупное сделал. Какое дело крупное? Ладно, ну не неси чушь, окей? Не несу чушь, да, вообще в хуйню несу. Ой, блять, аккуратно. Somebody wants to be the one who's gonna know me. Что такое? Ты предупреждай надо, Ванесса. Ты сворачиваешь. Простите, мне показалось, я увидел две большие собаки. Мне показалось, тут люди стоят в каких-то этих... Вот тут стояли люди, люди, и у них на головах что-то было. Ладно. Ты уверена? Нет. Что ты кашляешь? Француз босиком. А он же... Я чувствую, хочу спиздан. Он отдал какому-то человеку ботинки. Блядь, с тобой фрик. Там бежали какие-то. Найти. Сука. Все равно сейчас утро наступает. Сейчас солнышко польется. Сейчас огреемся все вместе. Да. Слишком много ты пиздишь, Джимми. Так... А он тоже твой сын? А, нет, он же твой племянник. Отец сегодня спит. Жаль, 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 что отец спит. Я не понимаю, я их не могу контролировать. Ну, ты бы контролировал себя уже как-то. Ну, ты... Тебя зря, что ли, в рюкзачке лежат? То, что ты мне каждый раз говоришь, что только для своего пользования. Не, я про презервативы. Чего?
Я просто не вовремя начал слышать тетю Ванусю. И я заставил ее старый контекст. Я еще слишком маленький, да? Ну, это не твоих дел. Дела. Да. Это наш личный. Это совсем другое. Тетя Ванесса, купите гандоном пользоваться. Что? Связи с вами, чтобы узнать, блядь. Это профессионал. Мы с ним лучшие друзья только. Если что. Да ладно, да. Самый лучший. Самый-самый лучший, друзья. Я его знаю с первого его дня, как он тут оказался. Я, конечно, не француз, но французский, сука, знаю. Суба бьен, нахуй, понятно? Французский поцелуй, знаешь? Бьен, бьен. Суба бьен. И он посетил одну испаньолу. Не могу. Ты такой фрик. Да я не фрик, все нормально. Просто мне это слово так нравится, фрик. Да, оно охуенно, я согласен. Оно вообще охуенно. Ты определенно очень хороший. Фрик. Фрикин. Фрик. Фрикин гуд. Фрикин бэд. Фрик. На каком вы говорите, не понимаю, если мы говорим на мандавонском. Мандалорском? Да, мандавонский язык. Мандавонский? Вы мандалорцы? Берем кашей. Тише, тише. Так, вы все еще на бананагеньке или на мангидо? На дело. Ну, бонжур. Бонжур. О, бонжурно. Сейчас погодь не мочь. Ну, лучше не будет, что родина будет тут три чача в речке. Кто чача быть? А, да, три чача. Что случилось? Где что? Что вы кричите? Вы чего, персик, ты чего? О, персик. Ну. Чё? Бонжур, персик. О, чап. О, чап. Перчик. Я тот чукучаный. Только перчик. Это я. Ты перчик? Она персик. Чё? А персик? Ну да. Нет, она перчик. Она персик, да. Ну да. А. Ну да. Ну да, ну да. А ты чё, тебе стая наход? Ну? Я стая банана гэнг. Чё? Ой, мама. О, спасибо за фоллоу. Спасибо за фоллоу. Мы его туда сейчас обоводим. За фоллоу, говорю. Спасибо за фоллоу. Спасибо, спасибо за донатик. А ты его что не хотеть туда? Спасибо, спасибо. Нет, пока что там не забывай. Дети твоя. Ну ты своими детьми. Че? Что с тобой? Я просто привыкла, что это подписывается. Ну, со своими детьми говори. Да. А, со своими детьми, да. А где вы эту мину нашли? А можно стрелять? Покойник 7-3. Да? О, вот это да? Нет! Да. Ты только поближе подход как-то. Да. Жан, понимаешь? Дядь Жан, я конечно все понимаю, но твоя жизнь... Жан, хватит. Жан, успокойся. Нет. Мне кажется, ты жучечная, ну? Нет. Вот это... На твоем бы месте я был вообще не... Да. Здорово, Лю. Мачапа. А чё Люд хотит? Спасибо за донатик, спасибо за донатик. А чё, ты хотите это, захождение отсюда или чё? Да, я вот этого пиздюка у вас оставлю. Или ты иди в банана гейм беги. Тебе полон? А мне пока не знаю, если... А я тоже побегу тогда в банана гейм. Я с... Ози. Всё, ну чё, давайте, Люд, берегите. Всё, давайте. О, персик, Марина. Давайте. Ещё увидимся. Пичкаут, пичкаут. Так, тётя Ванна, споёте. Давайте я вас, да, не заплывожу, а дальше... А ты куда потом? На Нургард опять? Город. А, город. Пойду новый дом себе искать. Смотрим. Новый дом.
Ну и, может, в глаза скажу, посмотрю. Я думал, ты уже сходил. Ну, еще не хотел. А слушай, что ты вчера делал? Слушай, на самом деле у тебя есть перспективы. В смысле? Думал, ты вчера сходил. Ну, я вчера другими делами был занят. А на свидание мы так и не сходили, кстати. Ну да, потому что было слишком поздно. Угу. Сегодня сходим. Короче, Джимми, у тебя домашнее задание. Домашнее задание? Вы. У тебя ровно час, чтобы организовать нам свидание, любое, какое ты захочешь, Вы. Блять, ладно, я все. Знаю, но отличный... Не-не-не-не-не. Я на рад. Можем съездить в... А, блин, если тачки нету. Если вы даже выйдете мне гонорар, я, возможно, сгоняю... Тачку я не буду брать. Куплю вам повкус. Ты на его сам еще. Все, давай, Джимми. Время пошло, через сотку. Час... Через час еще сколько? 7? Я выйду на частоту 8. Это, мы можем проверить, какое место. Какое место? Там, в сторону палет. Там ни разу не было. Ну-ка, подожди. Ага, блин, а где этот? А где Грейпсет? Грейпсет или как там? Где роднейки живут? На обычной карте. Что-то забыла. Бежим. Ой. Я побежу в другое место. Симпай, бегу обо. Да, давай. Подышать. Чао, арвуар, монами. Арвуар. Так, чувствую, у нас пойдем. Пойдем. Спровожу племянника. Новоиспечённого. Чуть вана, сколько, как давно вы с дядей Жан? Чего? Ну я же говорю, мы же друзья. Как давно вы с дядей? Ну как давно вы друзья? Ну, с его первого... Не-не-не, сначала мы не были друзья, он меня бесил жутко и вообще странно казался мне. Он был такой, типа, я только когда его встретила в городе, ему надо было на Байзе, это тут такая группировка на севере. Он, видимо, только вступил к Рокфорду, ему нужно было сделать слепки замков, и, в общем, я его сопровождала до Байзов, и потом пришли... Мы встретились сначала у Monkey Town, вот. И он такой, типа, был... мне все страшно, мне ко мне лезут обезьянки, бибизи. Как все страшно. Что происходит? Короче, такой какой-то, это... Трус какой-то был. Я Шан! Ну, он такой, типа, без комплексов. Мы стояли на Monkey Town, он такой, ой, я хочу... Ладно, не буду. Странно будет. Да, без комментариев. Ну, в общем, он как французы, как они говорят, вот, без комплексов. Все, что хотят, то и делают. А ты как тут оказался? Да я как-то так еще молчаливо, понимаешь? Так просто, понимаешь? Очень плотно у меня что-то в башке, блядь, задуматься о вреде курения надо. А мы еще бежим, и банана нет. Mm-hmm. И мне еще надо вам свидание организовать, поэтому я думаю, где да что. Так, снова вспоминаем. Привет, Дима, привет. Чё ты, капец, я забыла, что у тебя такой ник. Привет. Спасибо за донатик. Сделай себе проще ник. 7T33N. Скажи мне по звуку, тебе слышно какие-то звуки лишние или нет? Так, Джимми. Как ты тут оказался? Что тебя сподвигло? Я, ну смотри, такая тема, то что
Я-то школу недавно окончил. Все, уже школу окончил. Планировал в университет поступать, волонтером устроился в правозащитную организацию. И у меня сестра есть, ее Эш звать. А, и, вот короче, эта вот девушка. Да-да-да. Ее, короче, постоянно ущемляли, блядь, в школе над ней издевались, и мы из Джорджии. Там расизм просто пиздец как развит. Осуждаю, и осуждаю, конечно. Я-то спокойно учился, бля, бедолагу поддерживал постоянно его. Довольно часто, чем читаем, ну, насмешка подвергал. И в один момент я это, ну, в командировку уехал, там крупная это, демонстрация была правозащитной организации. И я на несколько месяцев пропал, на три вроде бы. Я приезжаю домой и вижу, блядь, то, что родители, типа, мне докладывают там. Крис, фу, как Крис, бля, Эш. Короче, мне родители звонят, говорят, что Эш пропала. Я, значит, домой приезжаю. Приезжаю домой, ищу. Мне родители записку передают, которая от нее осталась. Она написала то, что пошла искать лучшее место, блядь, там, где не будет никакого ущемления и тому подобное. И там была надпись «До». Ну, я ничуть не думаю, типа, у меня оценки отличные, почти все было, кроме физподготовки. О, вот шапа. И... Победите. Ничего, он втопил. Все, кроме физподготовки, было идеально. Знание мне было нормально, я надел, бля, самый хороший костюм, который у меня есть, пошел на собеседование. Не раздумывая, подписал контракт в надежде найти сестру, и в итоге, блядь, самолет и остров. Печально. Че? Ну, зато ты тут не один, у тебя есть семья, точнее, части. Ну, да, есть дядя Жан. Да. Есть Эш, есть тетя. Поэтому... Ну, это еще не точная информация. Еще не точная? Да. Ну, я это... У меня к вам есть предложение. Садитесь какой? На буквы, там прекрасный ночной вид. Куда садиться? На буквы? На буквы. А, да. Я когда ходил в город вчера, там я видел огромную, сука, надпись «Kingdom». Да, есть такая. И на одну из букв можно забраться. Там есть прекрасная, хорошая лежанка. Там самолет летает часто. Ну, иногда летают. Там можете забраться, отдохнуть, расслабиться. Конечно, спа-процедуры я вам не обещаю. Но максимум, если их не я буду делать. А можете, знаете, еще сходить на прекрасный райский остров. Знаете где? Где? А, на берегу океана. Там, если судить по карте, то под северным Чумашем. Под южным, точнее, Чумашем. Мне кажется, я там была. Там есть прекрасный городок. Там джакузи, там обостроенная комната. А, я была там. Сплошная романтика. Я была там. Сплошная романтика, да? Да, да, есть такое. А потом, то есть, можно даже маршрут целый прожить. То есть, мы идем с севера. С севера можно сходить на обсерваторию. На обсерватории прекрасный вид на город, с обсерватории можно спуститься на буквы. С букв можно спуститься в город и пойти, знаешь, куда можно пойти? Куда? На стройку я бы не советовал, но пошел бы вот это прекрасное джакузи. А после вот этих прекрасных джакузи пришел бы просто полюбоваться на природу, обратно на север. Угу. И параллельно этому пиздить о жизни и расслабляться. Хороший план. Поэтому просто надо будет связаться с дядей Жаном, у меня рации ничего нету, а мы вообще на Макитау. Ну, ты расскажешь ему свой план. Мне кажется, мы немножко не туда бежим. Причем вообще не туда. Я тебе доверяла, я просто забыла это. Ладно, пойдем. Я помню, что там должен быть билборд с вишневым пирогом. Да не суть важно. Прием. Есть кто-нибудь на частоте? Все спят. Да не, что как твои дела? Капец, задержка жуткая. Это только сейчас я тебе что сказала там.
Жуть. Звуков лишних не слышу. Задержка очень большая. Да, задержка пипец ужасная. Задержка отстой. Да, да, да. Так и есть, где-то 5 минут. Я могу попробовать оффнуть и заново включить. Сейчас добежим. Потом попробую оффнуть и заново включить. Да, нормальные дела, Дим, нормально. Супер всё. Раз сегодня все спят, не знаю, проснутся, нет. Лёва, ты тут? Там проснется, нет? Кто-нибудь на охоту мы пойдем? В Альфочку. Я бы сходила. Так сказать, на подстраховке была бы. Я не супер, конечно, и из-за этого получилось бы опять. Мне Виндиго, знакомый, обещал. Ну, предлагаю сейчас спуститься с горочки как-нибудь так аккуратненько, чтобы не разбиться. Погоди секундочку, так я сейчас на карту взгляну. В этом нам даже нужды нет, погнали просто вперед. Да. Ебать, у меня кеды блестят на солнышке. Именно подошвы. Просто стоит не задрать одну из лапок, и она мне сразу начинает блестеть. Как маяк. Учимся читать мой ник. 17. Я получается 17. Я знаю 17, 17. Я знаю цифры английские, алло. Что? Куда ты так топишь, тетя Ванесса? Да я вроде в такт с тобой бегу. В такт? А, это у тебя сильные головные боли, наверное. Наверное, да, скорее всего. Много периодически это... сводит. Я бы сказала, головные боли. Ты просто это... Нет, не пытайся догонять меня. Все нормально, я сам приостановлюсь, если надо будет. Хорошо. Направо, насколько я помню. А я, кстати, когда только приземлилась, я приземлилась вот буквально вот тут возле этой палаточки где-то. Вот. Я жутко боялась высоты, но либо я умерла и разбилась бы, либо мне нужно было резко понять, как работает парашют и выжить, да. Тетя Фонас, это по... на две полоски говорить желательно бы. А, мы там где-то шептались с вами. Да, потому что шаг влево, шаг вправо, я уже ничего не слышу. Погромче просто говорить, наверное. Что за две полоски, да? Ты о чем вообще? Да, я это дебил, не можно. Я просто сейчас уже мозги... Ну, ты, наверное, это, в ванной, когда в душ ударился. Да, такое бывает периодически. Так отсюда, как сюда войти, я не знаю, а тут единственный вход. Не-не-не, пойдем, вход не тут. Или тут? Нет, я помню, что не тут вход был. С другой стороны, вроде, тут есть. Да. Лагуш. С одной из букв невозможно слезть. Лестница сломана. Я не полезу туда. Ой, какие забор противный-то. Занозистый. Носа. Ой-ой-ой. Это мой петух. Чё там, ебака? Где? Там гадина. Где? Гадина. Гадина.
Воу, кого он тащит, кого он тащит? Ебать, кровососы ёбаные. Бабур, а чё там этот, а чё он один побежал туда, он его сейчас сожрёт. Оси, ты куда тоже пойдёшь? Да, он побежал. Они пошли говорить с ними? Неужели не пошли договорил? Ой, его сейчас бошки поотрывают. Зачем? Ну чтобы войти. А зачем вам туда? Просто надо войти. А зачем нам, кстати? Мы идем сейчас по делам. Задуматься надо. Блять. Потом вылезем. Скажи, Крисмас зовет. Вы чё там с ними говорили, что ли? А чё они, это приходка? Ну это мы тут жить. А вы не боитесь? Вы не боитесь, что они вам голову оторвать? Нет. Смотри, всё. Мы говорим с Масей. Видите, я им говорю, они уйти. Ничего, вот конечно, вот, да. Ну, да, нет, нет, да, блядь. Ты чего, чё, Джимми? Че, входить будем, нет? Я-то побегу, ты заходи. Короче, беги с ними. Беги да с я-то ними, побегу с ними, да. А ты потом это, зайди сюда, там потом это сопровождение, блядь. А ты чё, не парти? Потом на буквы, потом на это, на жакузи, блядь. И так далее. В общем, если что, связь потом... с этим Жаном, через Жан. А ты... Ну, через Жанну, окей. А на самом деле я, блядь, там гуля, есть кто-нибудь? Не. Что? Блядь. А у тебя пейджера нету? У меня вообще ничего нету. А, что, кого на ручке? Ну, Оси взять на ручке? Можете меня на спинке покатать? Минутку. Блядь, ты заходишь или нет? Я нет, если там никого нет, то не захожу. Блядь, да ёбаный рот, нахуй. Ты его сестра... Можно этого, да? Всё. А ты вот что взять? Он тяжеленный же, ему нормально так? Он будет большой. Мне кажется, он... Я молодой, мне 18 годиков. Я мочь кого угодно таскани. Ну да, ты сильный. Но только вобран не мочь. Он чейный. Он тебе это очень большой будет. Да там вообще же гора мышц огромная. Да, вообще камень большой. Хочешь? Тебя взять на ручки? Да, хотите ручка, да.